Телефон у нас Mi Max 1, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенной памяти. Состояние у него очень хорошее, можете вот посмотреть. По корпусу все, все кнопочки, все на месте. Наклеено защитное стекло. И экран очень яркий, большой. Отпечаток работает. Вот смотрите, с какой скоростью. Все быстренько срабатывает. Отличный экран. 6,44 дюйма. Батареечка. Все чудесно. В комплекте есть коробка. Зарядное устройство. Бампер. Кабель для зарядки. Все работает, все как нужно. Есть вот такой небольшой нюанс. В уголке это вы можете посмотреть. Сейчас фокусировочка. Видите, есть такая трещинка. Это я как-то случайно, что ли, нажал или что, не знаю. И она в общем, имеется вот эта трещинка, больше никаких нюансов нет. На работу никак не влияет. Стоит глобальная прошивка. Вот о телефоне Mi Max, версия Android 7.0, MIUI Global 9.5, стабильная, 6 ядер, 1.8 ГГц, оперативка 3, повторяюсь, 32 встроенная, ну и так далее. Все работает, 4G работает, Wi-Fi, Bluetooth, отпечаток пальца, все работает. Один небольшой нюанс – это вот эта трещинка, но она ни на что не влияет.